Изготовка стоя начинается, как и любая другая изготовка, с определения своей позиции относительно мишени. Нужно выходить на мишень правильно, чтобы при принятии изготовки не нужно было доворачиваться никуда к корпусу. Если мы вышли на мишень и видим, что мы смотрим не совсем в ту сторону, нужно поворачиваться целиком, переступить ногами. При изготовке стоя винтовка должна опираться только на тело стрелка, и стрелок не должен опираться ни на какие посторонние предметы. Ни плечом никуда прислоняться, ни чего подобного. Индивидуальные особенности изготовки у каждого стрелка свои, поэтому я покажу, как принимаю изготовку я. Локоть левой руки у нас упирается в подвздошную кость. Ноги прямые, центр тяжести смещен чуть-чуть в сторону носка. Мы не стоим на носках, но и не на пятках. Плечи параллельны тазу. То же самое касается ступней. Все как бы, тело стрелка, оно находится в единой плоскости. Значит, плечи развернуты, лопатки сведены вместе. Значит, занимаем изготовку с колена. В положении с колена тело стрелка опирается на три точки. Это колено правой ноги, носок правой ноги и ступня левой ноги. Если мы при прицеливании обнаруживаем, что мишень у нас находится под углом, мы не стараемся доворачиваться руками, торсом, поворачиваем опорную ногу, поворачиваем поддерживающую ногу и таким образом принимаем правильную устойчивую изготовку. А детали изготовки с колена индивидуальные у каждого стрелка. Некоторые стрелки делают больший упор на левую ногу, некоторые стрелки, как я, делают больший упор на носок правой ноги и правое колено. Подбор изготовки — это индивидуальная вещь, и она не происходит мгновенно. Не происходит за одну тренировку. Нужно некоторое время. Так, основная изготовка в филтаргете — это free position. Она же называется изготовка FT, ну, по-всякому ее называют. Что представляет из себя изготовка FT? Мы сидим на пятой точке, на стрелковой подушке, чтобы на сырой земле ничего себе не отморозить. Винтовка у нас лежит на левом колене, центром тяжести опирается. Левой рукой можно ее придерживать кистью. Некоторые стрелки стреляют, держа винтовку на локте. Основа изготовки FT заключается в том, чтобы винтовка равномерно опиралась на тело стрелка, как бы на три точки: ноги и туловище. Соответственно, при принятии изготовки обычно стрелки стараются распределить свой вес максимально устойчивым образом между этими тремя опорными точками, так чтобы никакая часть тела не находилась на весу. Локоть правый кладется на правое колено, соответственно, левая рука кладется вдоль левой ноги, кисть на винтовке. Либо, когда винтовка находится на локте, руки сцепляются между собой, локти находятся на коленях. Очень устойчивая конструкция. В силу определенных анатомических особенностей, да, не все могут похвастаться длинными ногами. Многие используют наколенник.
Он может быть различной высоты, и фактически это просто предмет комфорта для того, чтобы цевьем винтовки не намять себе колено. Что отличает Field Target от других видов пулевой стрельбы? Это то, что расстояние до мишеней различное каждый раз. Мишени расставлены на дистанциях от 8 до 50 метров. Стрелок заранее этих дистанций не знает, поэтому каждый раз, подходя к линии, нужно определить дистанцию до мишени. Используется для этого глубина резкости прицела. Используются высокократные прицелы, поскольку у оптики большой кратности глубина резкости маленькая, что позволяет оценить расстояние точнее. При помощи отстройки параллакса доводим мишень, чтобы мы ее видели достаточно резко. На колесе отстройки у нас заранее размечен метраж. В данном случае мишень у нас находится на расстоянии 33 метров. Мы вводим соответствующее значение на барабане поправок вертикальном.